Доброго времени суток. Да, это снова видео про SoulCell, но в этот раз оно, как всегда, интересно. Конечно же, ничего не поменялось. Итак, вышло недавно пост, который называется «Ничего не строилось за день. Рома, Солана, SoulCell». Ничего примечательного, если бы не пост, который они выпустили в Дискорде, где они расписывают то, что поменяется все отношение к скаутам, ну, ко всем скаутам, видите, скауты, синим скауты, по сути, все скауты. Скауты – это амбассадоры, и, возможно, меня смотрят какие-то из амбассадоров, и, собственно, для всех нас это видео. Да, я еще раз подчеркну, мне очень понравилось, не все строилось за день, и согласитесь, если вы, собственно, амбассадор, или сильно следите за проектом, то очень много действительно стало спама. То есть из проекта проект не пытаются раскрутить, его пытаются выжать, по максимуму выжать из него. Я видел каналы, причем я видел senior скаутов, то есть самых таких главных значимых скаутов, у которых по 10, по 15 видео, которых там неимоверное количество постов. То есть они прям выжимают просто деньги. Но по сути, кто будет смотреть вот на этом канале у него по 15 видео о SoulCell? У него там по просмотрам по 10, по 15. Конечно, это никому не надо. А SoulCell зачем-то платила всем этим людям. И теперь они подумали... Я все равно бы сделал, конечно, иначе, да, я бы смотрел именно на контент. То есть, кто-то делает хороший контент, кто-то делает контент ради денег, таким бы я просто не платил, а они такие платят чуть меньше. Но, по сути, все равно всем платят. И вот, суть в чем. Сейчас они решили, если у вас есть монетки, то есть, если вы их не продавали в течение всего времени, если они у вас были, то вы молодец, вы получите больше монет. Если у вас их не было, то есть вы их, собственно, получаете, сразу продаете, вы получите меньше. И еще будет теперь разблок. Разблок будет 2 года, то есть это, конечно, подстегнет то, что очень много скаутов отсеется. Просто, я не знаю, наверное, половина или больше половины уйдут, скажут, не-не-не-не, меня устраивало то, что я там получал там по... несколько сот баксов в неделю, и все у меня было прекрасно. Теперь же выплаты раз в месяц, и при этом эти выплаты будут заморожены. Обо всем об этом будут разговоры завтра в 4 часа. То есть вот здесь написано, да, 4 часа по времени. Приходите на АМА, будут это обсуждать, рассказывать о том, как они это видят, и, возможно, можно будет задать вопросы, ну, как и на любом АМА, да, задать вопросы и, возможно, что-то изменить. Я думаю, что я буду, потому что раз они взялись за это, я бы хотел даже еще немножечко ужесточить для того, чтобы проект действительно рос, потому что его токен падает в цене. В основном это происходит как раз из-за тех самых амбассадоров, которые сливают токены. То есть, да, медвежий рынок, это все понятно, но токен бы так не укатился, если бы люди просто так бы не сливали все эти токены. Поэтому, собственно, это видео для тех, кто является амбассадором, так что теперь думайте, если вы сюда пришли просто за деньгами, не за проектом, то, возможно, вы уйдете, а для обычных людей это очень хорошая новость. Хорошая новость в том, что больше не будет никаких сливов, там в стакан никто не будет сливать монеты, следовательно, не будет падения токенов, и сейчас можно, собственно, им закупиться. Это во-первых. Во-вторых, если деньги не будут уходить из проекта непонятно куда, это также, собственно, плюс для нас. Почему? Понятно почему. Больше денег в проекте, проект развивается. Проект может добавлять нормальных скаутов, проект может добавлять какие-то вещи, которые, собственно, помогают развиваться проекту, а не скаутов, которые выкачивают из него средства. Поэтому я надеюсь, что новость, вы ее оцените так же, как я. Лично для меня эта новость была довольно-таки приятная, но немножечко шокирующая. Но, если честно, я ее ждал давно. Мне давно это не нравилось, и я не понимал, почему с этим не борются. Наконец-то с этим
начали бороться, и я надеюсь, что будет все успешно. Поэтому, кстати, если вы замечали, смотрели не на меня, то число скаутов постоянно прыгало. Сначала оно было 69, потом оно поднялось до 74, сейчас опустилось до 70. То есть, понимаете, да, вот опять 69, опять 70. То есть там непонятно, люди не понимают, что им делать. Уходить, оставаться в чатах, вы бы видели в амбассадорских. Там все обсуждают только эту новость. Лично мы своим чатом, да, своим DAO просто обговорили, решили, что все правильно, молодцы. Но мы топим за проект, мы считаем этот проект действительно крутым, и поэтому мы обязательно все остаемся всем нашим DAO, мы будем все равно поддерживать проект, потому что, ну, для нас это будущее. Надеюсь, что видео было для вас интересным и полезным. Переходите по ссылочкам, изучайте проект. И это не инвест-рекомендация, но сейчас токен стоит купить, потому что некому будет его сливать. Вот видели, уже 68, было 67. Всего доброго и до новых встреч!